О чем мы думаем-то? Ну, ребенку в институт нужно купить вещи. Ничего, нет, все нормально, хорошо. Весело, живем, работаем. Домой сейчас идем. Заморачиваешься много об учебе. Потом ходил на репетиторство. Дела отлично, настроение отлично. Работаем. А что за день сегодня, вы что так спрашиваете? Дела-то, ну, я иду с работы. Сейчас встретиться со своим любимым. По каком каналу смотреть себя? О учебе? О чем еще думаю? Я умею петь фальцетом. Это когда отжимают яйца тебе. Выложите это на YouTube. Не, не нужно. А учебе? В интернете сидеть буду. Мы сегодня купили путевку в Египет. Поедем отдыхать. У меня день рождения. Дела вроде бы как бы отлично. Иду с пар. Я собираюсь ездить, как отдохнуть, в Монголию. Капусту солить. Еду на работу. С обеда. Действительно, планов много, очень много. Надо их быстрее реализовать. Так что вот это уже проблемы я решаю. Ой, я думаю, как сказать, в дом переехали новый. И как бы об устройстве доме, об уюте. Эффективная и реальная забота о здоровье. Центр эндокринологии «Астра». Квалифицированное ведение пациентов с эндокринной патологией. Биопсия и УЗИ щитовидной железы с цитологическим исследованием. Удаление новообразований аппаратом «Сургитрон». Профессиональные косметологические процедуры, собственная лаборатория, дневной стационар, массаж и физиопроцедуры. Консультативный прием ведущих специалистов республики. Центр эндокринологии «Астра».